Не все книги одинаково полезны. Запрещенная и слишком дорогая литература попала в Беларусь издание, но не дошла до адресата. Сотрудники Минска региональной таможни вскрыли 3 короба с печатной продукцией для изучения саентологии. Дело в том, что это религиозное направление в нашей стране запрещено, поэтому распространение соответствующих материалов тоже под запретом. На посылках было указано, что это просто книги, но не значилось, какие именно. Таможенники отправили груз для исследования религиоведам, которые посчитали его слишком подозрительным. Алена Лешкевич знает подробности дела. Именно здесь, в пункте таможенного оформления Минской почты, и раскрылась афера. 3 большие коробки, весом каждая почти по 7 килограммов, вызвали подозрения у таможенников. Решено было вскрыть их, чтобы проверить, что за книги в таком количестве пришли в адрес минчанки. Сначала предполагалось, что это может быть коммерческая партия. Одно наименование товара, как значилось в документах, пришло из Дании в адрес одного физического лица. После вскрытия коробок открылись другие факты. Диски, книги в недешевых переплетах имеют отношение к запрещенному в нашей стране религиозному объединению саентологов. Было принято решение направить материалы в аппарат уполномоченного по делам религии для дачи экспертного заключения о возможности ввоза такой литературы на таможенную территорию. Согласно заключению аппарата уполномоченного, данная церковь саентологическая не является официально зарегистрированной на территории Республики Беларусь. Соответственно, ввоз такой литературы является незаконным. Это объединение не зарегистрировано у нас, а значит, распространять соответствующую литературу запрещено. Продукцию стоимостью 4500 долларов пришлось до окончания разбирательства оставить в таможне. Материалы направлены в отдел таможенных расследований по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.5 КОАП Республики Беларусь. И, я так понимаю, дальнейшую судьбу будет решать уже суд. Возможно, предполагалось, что книги не вызовут подозрения у таможенников, поэтому и отправили недешевую печатную продукцию в Беларусь почтой. Начат административный процесс. Не исключено, что такое количество сокровищниц знаний ожидает уничтожения. Алена Лешкевич, Григорий Криштафович, Зона X, Минск.